Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В понедельник в Самарской области будет облачно, с прояснениями возможен снег. Ожидается небольшое похолодание. Днем минус 7, минус 10 градусов, ночью 8-11 мороза. Ветер преимущественно западного направления будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, снег. Днем минус 6 градусов, ночью 8 ниже 0. Ветер западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде снега. Днем минус 7 градусов, ночью также минус 7. Ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно, вечером возможен небольшой снег, днем минус 9 градусов, ночью минус 11. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.